В Люберцах проходит рейд ГИБДД «Детское автокресло». Как сообщает агентство РИАМА со ссылкой на службу пропаганды безопасности дорожного движения Люберецкой госавтоинспекции, акция направлена на выявление нарушителей правил перевозки детей. О том, какие санкции в этом случае грозят, в нашем материале. С 4 по 25 апреля в Люберцах проходит проверка соответствия условий перевозки детей новым правилам, которые вступили в силу с начала 2018 года. Первый рейд уже прошел в городе Люберцы, второй состоится в деревне Марусино. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей. Напомним, любые детские автокресла и удерживающую систему должны быть сертифицированы, иначе они оказываются под запретом. По новым правилам есть две возрастные категории автокресел – до 7 лет и от 7 до 12 лет. Они должны строго соответствовать возрасту и весу ребенка. Такая информация содержится в инструкции к устройству. Например, перевозка новорожденного в кресле, предназначенном для детей весом от 9 килограмм, будет являться нарушением, поэтому на вырост купить автокресло не получится. Александра Томей, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.